Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. И сегодня, ребята, проходит еще один турнир на сервере Amazing Pokeworld. Турнир электрических покемонов. Сегодня участников в два раза меньше, то есть раньше было 16 по 4 участника в каждой комнате. Сейчас только 8 по 2 участника в каждой комнате. Комнате. Ну, в принципе, ребята, давайте-ка уже начинать. Давайте же отсюда, мне так кажется. Первый бой. Давайте, выходите. Ну, как он, как его там зовут? И вот так, и тут. Так. Ну, модератор пока что где он? Вот тут следит, чтобы никто не пробирался. Проверяй шапки. Давай, проверяй шапки. Шапки, ты тоже иди показывай шапки. Так, в инвентаре что-то... Нет, не вот. В инвентаре. Забираем. Куча покеболов, шапок нету. Дать. Так. У этого... Ладно, у него значков нету, но, в принципе, так, участников не хватает, поэтому... Начинайте. Кого ТП? Чё-то я не понял. Ну чё, начинайте, ребята. Так. Ну давайте первый бой. Первое место, ребята, у нас Забдос. Второе Пикачу или Эликит, то есть на выбор. Ну, Пикачу шайни и Эликит тоже шайни. Дайте проверить, шайни ли он. Охренево. Да, шайни. Да. И, конечно же, куча конфеток, куча мастерболов. Ну, тут уже, наверное, понятно, кто выиграл, да? Так, ща его сюда тпхаем. Нет, ща. Ну, давайте уже, ребята. Ну, как бы, турнир будет намного короче, чем предыдущий. То есть, намного короче. Так, давай, иди-ка сюда забегай. Давай, первый бой. Второй бой. Выбегайте. Ты чувак. Вот еще один чувак тут у нас нашелся, который любит пробираться на арену. Я ему уже писал много раз, что если ты еще раз проберешься на арену, то... Но видно, что он как-то не понимает. Ну, ладно. Проверяй шапки. Так, что у него тут есть? Забираем... То есть значки за участие. А, вот сюда. Тут нету. И тут тоже уже нету. Шапок тоже нету. Отлично. Начинайте. Так, потом у нас еще вот тут, да. Тут все готовы. По идее. И потом еще вот тут. И потом... Полуфинал получается и финал. То есть намного короче будет вот эти поединки. Кто там поставил, что сюда тпхается каждый раз? Но если они не понимают, что нельзя, значит нельзя. Так. Смотрим, ребята. Второй бой. Так, тут у нас уже один, да? То есть никто сюда не забрался, не пробрался, как это умеют. Второй бой. Давайте. Следующий турнир, я не знаю, ребят, когда будет. То, что уже вижу, что пишут, когда там следующий турнир и все такое. Но я не знаю. Ну, вот иди, как раз мне чувачок дал турнир драконов, то есть...
Отличная идея, то есть полно есть драконов, но я приз, если честно, не знаю, какой можно дать за него, потому что если за электрический, то Завдос, если за огненный, то Молтрес, да? А вот за драконий, я не знаю, может там Шайни Слаламенс или Шайни Драгонейр. Драгонайт, точнее. Ну, это потом посмотрим, как бы сейчас идет один турнир, да, я уже говорю о втором. Так. Чё там, никто еще не зашел, кто там пытался участвовать, но не смог зайти. Ребяточки, вы чё? Ладно, сам ты пахнулся, молодец, кто вин? Сюда, давай, 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 сюда. Забегай. Два боя провели, и еще остался... А, еще два, точнее, еще два осталось. Давайте, ребят, выбегайте. Ну? Так, шапки. Кто там у нас? Значки забираем. Шапки нету. Тут, в принципе, тоже забираем. И вроде шапок тоже нету. Вроде нету. Начинайте. Чувак сам понимает, почему. Так. Ну чё? Давайте, третий бой, ребята, еще остался тут. Это я что тут никак не понимаю. Ты, вот этот чувак, который я уже его тпхал не знаю сколько раз, он будет участвовать или нет? Какой... А, да, вот. Ну чё, давайте, ребята. Да, ну попытайся. Пройти сюда. Пытайтесь, ребята, никак. Даже если кто-то проходит, только через то, что у него тут. Кто это? Нет, давайте-ка мы его еще раз. Нет. Ну давай, еще только раз. Если чуваки не понимают, что нельзя, то значит нельзя. Ну, раз вы такие неугомонные, то... Да, шутники тут тоже есть. Тоже пошутим, да, немного? Если ребята не понимают, что сюда нельзя пробраться, значит нельзя. Если ребята не понимают, что кто сюда пробирает, я кикаю, и они что-то умничают, что вот у него там все, короче, нервничает или еще что-то, то тоже, значит, не понимают. Но, в принципе, раз нарушает правила, как это уже много раз было, что 30 раз пишешь чуваку, не заходи на стадион. Не понимает. Ну, раз не понимает, значит, будем другими темами ему вот это все объяснять, другими вариантами, способами, да, если тут, ну чё, он еще раз сюда зашел, нет, не зашел. Ну чё, кто? Только аттракт нельзя, все остальные конфузы и все остальное можно. Ну? Давай, иди сюда, заходи. Ну? Чё, у него там ещё хилится? Если люди матерятся и их за эту кикают, это
означает, что злой. Вот люди капут. Люди матерятся, то есть тут маты прут, да прут, да прут, что он там шапку уронил и еще что-то. Как бы правило, да, нельзя материться. Если нельзя материться, значит кикаешь. Если он еще раз матерится, то значит мут. Но если... Если, например, вот тот же мут идет, да? Так, ща. ТП, ща. Как его там? Это тоже просто немного непонятно, да? Если люди пишут... Ща, тут у нас ничего нету. Тут у нас... Тут, в принципе, тоже шапок нету. То есть люди матерятся, да, их кикают и пишут. Не матерись. Люди матерятся, если не понимают киком, мут, не матерись. Но я кикнул чувака, то есть не матерись, а мне пишут, что ты злой. Точно немного. Глупо, то есть. Правила есть правила, так же, как и вот люди, которые пробираются в гим, да, вот сюда, на стадион. Чувак пробрался, я его кикнул, нет, я его не кикнул, я его тпхнул на спаун, то есть не пробирайся сюда. Чувак пробрался еще раз, я его опять тпхнул. Чувак пробрался, я его опять тпхнул на спаун. Чувак пробрался, я его тпхнул, да чё ты... Чувак опять сюда пробрался, я его кикнул, то есть не пробирайся. Чувак еще раз пробрался, я его кикнул. То есть я перед тем, как что-то ему делаю, мут или еще что-то, и даже кик, я ему 30 раз пишу, то есть не пробирал, не пробирайся. Если не пробирается, отлично, чувак понял, не знаю с какого раза. Если не понял, то тогда уже другим способом, то... Сейчас, секунду. Если чувак не понимает, да, там с 50-го раза, что ему пишут, не пробирайся на стадион, то уже другой способ ему объяснять. Если из другого способа не понимает, то тогда уже не знаю. Так же, как сейчас, люди матерятся, их просто кикают, что пишут, то есть не матерись, да? А другие люди пишут, ух ты, его кикнул, чё, почему так? Просто, если маты запрещены, то есть если бы не кикали, не давали муты за маты, то тогда бы люди тут вообще дурдом устраивали из-за того, что... Куча матов и все из всего такого. Так, ну что тут? Это уже четвертый бой, да? Да, то есть тут никого, тут один. Тут один. И тут один. Отлично, в принципе, нужно выбрать какого-то более подходящего партнера для каждого. Потому что есть сильные, есть нормальные, есть, ну, не очень, но... Прошли в финал, полуфинал, точнее, потому что не очень много участников на этом турнире. Потому что, не знаю, может никто электрических не любит, может еще что-то. Но фиг его знает. Следующий, наверное, все-таки будет драконий. Так, а кто выиграл? Кто выиграл? Так, иди сюда. Давай, заходи сюда. Ну, чувак. А то есть тут вылечиться нельзя, да? Вот тут у нас же есть тоже. Так. Ну что, ребята, полуфинал? Выходите. Самые сильные на этом турнире, можно и так сказать. Потому что это, в принципе, нормально. Если поставить сильного слабого, то понятно, кто выиграет. А если вот так более-менее, то хотя бы нормально будет. То есть и так получается, что с этого сильный выиграет и будет против этих, которые не очень сильные. Но все же, то есть, какие участники, такие участники. Нету какого-то нереального отбора, что очень, если ты там прям нереально, да, там сильный... Сильный, то сможешь участвовать. Все могут участвовать, кто только выполняет правила. То есть 4 покемона, соблюдать правила, без шапок, того сего, быть нормально, ну, в назначенное время на турнире, иметь значки и все, любой может участвовать. А какой уровень покемонов, какой покемон, какие там у него атаки и все такое, это уже другие люди решают. Кто в этом нереально разбирается, кто качает просто их нереально, тот как бы и победит. Вот люди там опять сидят. Вот так.
Что, тут больше никого нету? Фу, ну чё? Сейчас посмотрим, кто кого, кто кого, кто кого. Ребят, кто еще не играет на сервере, но хочет играть, в описании написано, как вы можете сюда попасть, что вам нужно скачать, где вам нужно зарегаться. И, в принципе, можете поиграть на этом сервере. Кто еще не играет, но не знает, как играть на нем. То есть турниры, говорю, вот сейчас как бы электрический турнир, да, то есть Забдос, давайте уже потихоньку, может, призы брать. Это полуфинал. Ну, сейчас вот эти... То есть с этих, кто проиграет, будет бороться за третье место, получается. Да, да, так, ну, в принципе, так оно и будет. Потому что кто с этих выиграет, проходит финал и будет сражаться за первое и второе место. Так, призы, призы, призы. То есть покемоны у нас уже есть. Сейчас... Нам нужно Rare Candy, вот они, и мастерболы, да? Угу. И алмазики может. Да фиг его знает. Посмотрим. Так. Фух. Никто не пробрался, нет? Любители, конечно, есть. О, точно, тут еще же нужно будет. Тут у нас вот, ребята, первый турнир был победители смешанного турнира, победители огненного турнира, сейчас электрический, да? Ну, водный тоже, в принципе, можно потом сделать. Ага. Ну что, ребята, есть у нас уже человек, который выходит в финал. Сейчас тут кто выходит? Ты стой тут. Ты стой тут еще за третье место. Заходи, заходи, чувак. Ну давай уже, так. Вы что, ребята, прикалываетесь? Какой у него там никер, я, если честно, даже не рассмотрел. Ага. Так, ну ладно. Ну, чуваки не понимают. Какие 5 раз, 30 раз ему предупреждал. Если словами, киками не понимают, с очень, нет, ну с какого, с 10-го раза, что не заходи на арену, но он не и так сюда залазят. Кто выиграл? А, еще нет. То есть каждый турнир вот такая хрень есть. Практически каждый турнир есть такие люди, которые просто не понимают. Прошлый турнир точно так же было. Прошлый турнир, ребята, точно так же было, то есть человек 30 раз заходит на турнир, ну, заходит вот сюда, в это здание, на стадион, ему пишут не за... О!
Ладно, ушел так ушел. Сам ушел, понял. Просто это тот... Это, кто выиграл, я чуть не понял. Так, ну что, ребята? А кто проиграл? Заходи сюда. Кто выиграл? Так что за третье место сейчас будет поединок? Чё вы, ребята? Нет, ты нет. Вот. Фин, да твою ж. Фу, ну давайте. Говорю, ребята, прошлый турнир было так же. Это походу один и тот же человек, наверное, так прикалывается. Ну просто это бесит, бесит не то, что он просто нереально мешает, да, то есть он тут бегает, спавнит покемона. А бесит то, что он нарушает правила, и нарушает правила не то, что он их не знает, а нарушает правила, когда ему 30... Опять дождь идет. А нарушает правила после 30 раза, как ему сказали, он уже знает, что нарушает правила, но он все же... Их нарушать, потому что ему пишут, не нарушай, то есть не заходи на стадион, а он будет специально это делать, потому что, не знаю, может, хобби у него такое. Но, ну, в прошлый раз точно такая же херня была на прошлом турнире, как сейчас. Чувак зашел на стадион, то есть я его тпкнул на спаун, то есть не заходи на стадион, то есть идет турнир, да? Он зашел еще раз, ну ладно, может, не понял. Я его опять тпкнул. Он зашел раз еще раз. Ну, может, случайно тпкнул. Может, случайно зашел. Я его опять тпкнул. Он зашел еще раз. Ну, тут уже начинается казаться, что он это специально. Я его тпкнул. Зашел еще раз. Я его кикнул. Зашел еще раз. Я его кикнул. Зашел еще раз. Я его кикнул. Зашел еще раз. После того, как 50 раз ему сказали не заходи на стадион, после... Пару раз, как его кикнули и сказали, не заходи на стадион. Потом, после того, как 30 раз его предупредили и сказали, не заходи на стадион. После того, как уже просто еще не знаю, сколько раз ему сказали, не заходи на стадион, потому что идет турнир, он опять зашел. Но после того, как уже ему не знаю, сколько раз... После того, как уже не знаю, сколько раз ему сказали, не заходи на стадион, потому что идет турнир, он еще раз заходит, то уже, ребята, я не знаю... Если люди не понимают, что действительно нарушает правила, их просто просят, да, то есть будьте такие добрые, да, не заходите на стадион, потому что идет турнир. Но они это начинают не случайно, не потому что они что-то там забыли, не потому что они не хотели и как бы что-то они не туда нажали и зашли сюда, а потому что когда они уже понимают, что идет турнир, а они сейчас сюда тпхнутся и... Они сейчас сюда тпкнутся и попробуют помешать турниру, да, то есть они сюда будут тпкнуться и кикают на зло, то есть они на зло сюда тпхаются, потому что, о, если меня кикают, если мне говорят не заходи на стадион, значит, типа, он бесит, да, то есть он уже знает, что он бесит, и он специально будет заходить и будет так думать, о, если меня кикают, если мне много раз пишут, что не заходи на стадион, потому что идет турнир, если меня опять кикнули 30 раз, значит, я буду специально заходить на турнир, чтобы меня еще больше раз кикали, чтобы я попробовал, чтобы я попробовал сорвать турнир, но люди не понимают. Вот, как чувак, может, просто тут стоял на стадионе, да, вышел игры, с игры и зашел именно в игру тогда, когда турнир идет. То есть он ничто не может сделать, я его нормально тпкнул, я его не кикнул, я ему ничего не сказал, потому что... так, второе место. Так, иди-ка ты сюда. Иди сюда, иди сюда. Ну заходи, чувак. Тебе Забдоса. Первое место Забдос. Ну?
Сейчас ты. Давай. Ну, в принципе, хотя бы уже провели турнир, если были такие люди, которые... Опять там кто-то или нет, мне показалось. Которые просто действительно пытаются сорвать турнир, и они понимают, что если их кикают, если им пишут много раз «не заходи», если им пишут много раз «ну выйди ты со стадиона», ну пойми ты тоже, да, то есть ты участвуешь, ну тут как бы... Так, этому полстака, этому стак. Отлично. Идите на спаун. Сейчас вот эти, что тут, чуваки, как-то... Иди сюда. И ты тоже. Так, ну, хотя бы уже вот третье место. Начинайте. Ну, не договорил я, ребята. Просто есть такие люди, которым нравится, когда их на них, знаете, обращают внимание. То есть он понимает, что если его кикают, значит на него обращают внимание, то есть он будет надоедать. Если ему пишут, значит он понимает, что на него обращают внимание, он будет дальше продолжать. Когда он понимает, что его кикают, на него обращают внимание, ему много раз пишут, то есть не мешает турниру, он это будет специально делать, потому что он понимает, что на него обращают внимание, тем временем, как бы, это их и бесит, потому что он заходит много раз на стадион, его много раз кикают и просят уйти из стадиона, он понимает, что они обращают внимание, и как бы это удлевает процесс самого турнира, потому что если бы каждый раз его не кикать, если каждый раз не телепортировать, если каждый раз ему не писать, что уйди из турнира, то на пару минут бы турнир быстрее провелся, потому что если бы он не мешал, то, можно сказать, было бы быстрее. И поэтому он как бы понимает, да, что вот, он мешает и тем временем, ну как бы, и тем же, можно сказать, потихоньку срывает турнир, потому что он мешает, можно и так сказать. А что тут покеболы делают? Вроде никто тут не хилит. Ну ладно. Так, первое место было, второе место уже было, третье место это Шайни Пикачу. Четвертое место, я не знаю, может вот этих дать, что тут у меня есть. Через Зарсутый уровень, конечно. Да не, это уже слишком будет. То есть за третье место Шайни Пикачу 20 уровень, за четвертое место через Зарсутый уровень. Нет, за четвертое место там пару мастерболов будет тоже. Утешительный приз такой. Ладно, хотя бы там в полуфинал, да, вышел. Ну, в принципе, и так немного людей участвовало в турнире. А кто? Кто первое место? А почему он на доске должен быть первым местом, если он занял второе место? Вот это я что-то не понял. Ну? Чувак. Ну, давай, выбирай там, кого ты хочешь поменять. Так, давайте еще пару... Это кто еще тут? Ну ладно, то есть мы уже закончился турнир. Шани Пикачу. И на тебе, ну, полстака, допустим. А тебе покемонов нету, на тебе полстака, и на тебе, я не знаю. Так, все. Ну, потом я вот тут напишу, кто занял первое место, кто занял второе место. Ну, в принципе, ребята, все, турнир закончился, то есть... так, что там? Турнир закончился. Опять, вот видите, уже начали лазить, то есть турнир закончился, я еще не успел открыть вот ту дверь, уже куча позалазила. Ну ладно, то есть уже как-то, знаешь...
Уже знаете, ребята, как бы турнир закончился, уже куча набежала. Ну, куча не куча, но все же. Ну, ребята, я говорю, если хотите играть на этом сервере, если вы еще не играете, но хотите, то в описании написано, как вы сюда можете зайти и что вы тут можете как бы сделать, да? Следующий турнир, я не знаю, будет тоже. Ну, точно я не знаю когда, но следующий турнир, наверное, все-таки будет драконий. То есть, если вы хотите, то можете уже прокачивать драконьих покемонов. И, в принципе, ребята, давайте на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.